эфира, и просто я этого не знала, что они там есть вообще. Я просто, видимо, что-то пропустила. Так, на телефон зарядку поставить? Сейчас. А вы хотите? Ой, что другой аккаунт, да, Доки, здравствуй, я увидела. Юник, добрый вам день. Это еще на просмотре глуши, там девочки в лифчиках стримят. Так это по сути она в лифчике же стримит, лорди. Ну то есть смотри, это что? Ну это лифчик по сути. Грубо говоря, это лифчик. Ну как бы я в чате ноют о том, что типа 5000 за бусти, чтобы заплатить, типа это дорого. Боже мой. Настюшка, да, это типа пеньюар, это настолько типа домашнее, это настолько должно быть закрытое, настолько должно быть не для всех, как, ну, мне так кажется. Настолько должно быть закрытое не для всех, вот что-то такое личное, что для парня, там, для тебя, для семьи. Реально начинаем, ну да. Это не я смотрю, я просто рекомендации мне такие попались. И знаете что, знаете что? Это не просто рекомендуемый канал мне, по-моему. Это рекомендуемый канал... А, нет, это рекомендуемый канал мне. Я уж подумала, что это каналы, которые это... Которые рекомендуются через меня. Ну, слава богу, нет. Ну, это просто... Привет, Гага! Развод какой-то. Тут есть видеообзор «Надежда в сухом и мокром виде». Во-первых, у меня вопрос, почему это не банят? Вот то, что одежда в мокром виде, почему это не банят, да? А во-вторых, смысл это делать на YouTube, если на YouTube ты набираешь просто аудиторию, и тебе за это не платят. Типа донаты на это... Нюд йога? Скинь мне, пожалуйста. Учитывая, что каждая вторая из бусти и каждая третья сонником просить 5000, даже 1000, это невероятно дорого. А тогда какой потребитель такой контент? Ну, как будто нет. 1000 невероятно дорого для бусти? Ну, нет, вы что? Ну, смотрите, как бы, типа, ты сам ставишь цену на бусти. Если что, мы сейчас я включу фильм в течение 5 минут. А вот, пока вы собираете, 5 минут сейчас включу. А, но 1000 рублей за бусти, это очень дешево. Ну, типа, может, я как-то это... Так потом просто трафик переливать на бусте. Так, по-моему, выгоднее трафик переливать так через Twitch, потому что как будто извращенцев на Твиче больше, чем на Ютубе. Обычный ночной Твич. Серьезно, на ночном Твиче вот такое? Прям в поиске напиши. Да, посмотрю. Блин, вас уже 21. Спасибо большое. Сейчас я включу фильм, я знаю, что многие на фильм пришли. Я сейчас включу его, если что. Здравствуйте. Дмитрий, я видела. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Лозинский извращенец, я согласна. Реально есть нюд йога? Тот 89. А ты все так быстро? Я смотрел, Антон. Контент. Ну нет, ну они стараются. Типа кому-то такой контент заходит. Типа когда СМР. Против СМР ничего плохого, если что, не имею. А вот. Ну типа хочется им привлекать вот так. Боже мой, какие странные вещи. Девушка полностью голая в бодипейнте просто. Боже. Я лучше бы этого никогда не знала. Если вспомнить, что было отличное правило, особо. Но я понимаю про что-то. Когда недавно это было. Делать лицо как будто ей не нравится. Да ладно бы, у них там тела красивые были.
Ладно бы тела красивые, а там, ну, не худенькие девочки-то как бы. Совсем не спортивные, не потянутые, не подкачанные. А, все, хорошо. Нифига ты. А, ты опять на работу опаздываешь? Знаменитая реалити Твича. Дакс. Здравствуйте. Да, да. А я просто... Сами в пижама, это костюм, это джинсы, алло. Это даже джинсы. Вот. Я никогда не знала, что на Ютубе есть такое. Да ведь вы нахуй свои пижамы, фаталь. Я правда не знала. Значит, тут можно медицинские всякие штуки показывать, типа гинекологии и так далее. Как будто, с одной стороны, это нормально, но с другой стороны, как будто это должно быть подтверждено контентом 18+, и как бы без паспорта, мне кажется, было бы странно, что такое допускают смотреть вообще. А? В смысле, ты проходишь как охота? В смысле? Продают тела до ярок по цене подкачанных спортсменок. Вот да, я про это и говорю, что, вот с тобой, кстати, я согласна, Ати, что они реально продают свои бусти за 5000 рублей. Вот за что вот тут у бусти, вот у этой девочки, вот скажите мне, пожалуйста, за что тут у этой девочки 5000 рублей на бусти? Ну, типа, у нее ни формы нет, ни лица красивого, ни фигуры красивой, ни харизмы. За что ты хочешь 5000 рублей? Да фотки там, скорее всего, тоже так себе не стоят 5000 рублей. Конечно, каждый сам устанавливает себе цену, потому что, ну, типа, купит у нее там два человека вот за эти 5000 рублей, 10 тысяч рублей она получит. Или купит 10 человек за 1000, и она получит даже те же 10 тысяч рублей. Ну, как бы, блин. За бледную кожу? Типа, за бледную кожу и за рыжие волосы? Может, она показывает там все? Но думаю, что она, да, если она на Твиче стримит вот так. Ты... Лозинский, ты меня за такую дешевку считаешь? Все понятно. Ну, фотки ступней это еще... Ну нет, фотки ступней, как по мне, еще, типа... Это для извращенцев, ну, хоть как-то, типа, знаешь, не разврат. Ну, не такой в плане странный, типа, это не грудь там сфоткать и так далее. Тут. Ага. И для тебя все деньги мира это 5000? В рекомендациях лазит какая-то стримерка. Смотрим аниме, у нее сзади телек, она стоит коленями на кресле, с вами типа смотрит, очком светит на две трети экрана. Даже телек из ее жопы не видно. Это знаете, раньше в начале, короче, 3 года назад, в начале, когда прям начали развиваться всякие, типа, хот-тап стримерши, всякое такое, их было меньше раньше. Ну, их практически не было, ладно. И, короче, суть в том, что они всегда сидели вот так вот у экрана, у монитора лицом, сзади стояло зеркало, которое оголяло, где было видно заднюю точку пятую, и, типа, что она так красиво сидит. Вот. Хейтер Мататайс. Кругуха, как по матам у вас, если что? А сколько у нее людей смотрело, Гага? Ладно, мы еще фоткали на фотик, а не на фронталку Samsung, где любая тень шумит, как телек в 94-м году, да. Ладно, мы там еще фотки красивые были, тела красивые. Подожди, она играла в Fortnite в маленьком окошке, даже категория не стала, серьезно? Короче, у меня есть девочка, которую я смотрю каждый день, ну никак... О, боже, что тут происходит? What the heck? Ладно. Короче, я девочку смотрю вот это постоянно. Ну, как смотрю? Типа, она просто стоит на фоне. И суть в том, что она также стримит, как бы, вроде общения и так далее, но специально делает акцент на груди, то есть всегда носит топы, которые выделяют вот здесь прям область груди, или вот здесь область груди подчеркивают. И всегда садится вот... Анюточка, доброе утро! И всегда садится, типа, попой вот так, чтобы было видно, типа, попу. В лосинках. Специально. Чтобы набирать онлайн. Ну, типа, я понимаю, что... Но там плюс-минус адекватный чат даже, в том... Вроде как. Я не особо смотрю. В том плане, что она запрещает всякие бан писать, ну, бан слова всякие, всякие странные пошлости, но как бы байтит тоже на тело. Ничего против этого, конечно, не имею, но как бы стримить Fortnite в маленьком окошке, а когда ты стримишь на full экран, как бы странно. Здравствуйте, Борщук. Здравствуйте. У меня даже жопа краской замазана. Мне кажется, специально. Ну-ка, как еще вы умеете? Каждый зарабатывает как может.
Ну не, у нее там доходы в месяц, ну прям нереально. Она стримит часов по 12, она прям реально... Типа она стримит... Сколько тут? 6 часов. Обычно часов по 12, у нее там доход в месяц 1300, наверное. Но она прям это... И считайте, у нее одна картина стоит 1007-8 долларов. Считайте, 7 тысяч долларов картина, плюс еще доход от Твича по 300 тысяч. Ну типа... Извините меня, в 31 год это ой-ой-ой, как немало. Но есть девочка, например, СМРщица, мне очень нравится. Я ее смотрю уже... Я ее смотрела с Доты лет 6-7 назад, наверное. Сейчас я найду ее ник. Грустная музыка. Блин, я не помню ее ник. Где она? Она стримит тоже по утрам. Она Дота стрим... Раньше у нее ник Мандаринка был. Честно, найти не могу. Привет, Пазамба. Это костюм спортивный. Ну, не спортивный такой. Слово подобрать не могу. Я найти не могу девочку эту. Да, Танжерин, да, Юник. Она очень хорошая, милая, прям такая хорошая. Вот это вот. Да она хорошенькая, мне прям нравится. Она такая добрая, хорошая, без пошлости. Реально, вот знаете, как... Реально, как подруга. Ну, создается ощущение, да, у зрителей, я думаю. Да она прям классная. То есть она и общается, и АСМР делает. Но АСМР делает, как видите, не пошлый. Она реально просто сама вся красивая. Вот. Ее прям уважаю. Это ж Капитошка. Давай, я уже в это время, скорее всего, уйду. Так что, Ладински, хорошая вам учеба, если что. Спасибо, что заходите. Ну, как бы... Все, сейчас запускаю. Точно. Спасибо, сейчас запущу. Пойду мужикам на заводе предложу лосину, наденем маечку, алкашку, чтобы грудь подчеркнуть, и пойдем пократь Твич. Есть такой мальчик-бурщик, у меня один знакомый, на Твиче, он раз стримил в нижнем белье, типа в лифчике женском, в чулках, еще чем-то. Не особо заходит. Он даже накрутил себе 40 онлайна, накрутил именно, чтобы потом, типа, легче подниматься было. Так не работает. У него не вышло. Вот. Если вы думаете, что так просто, так может под стримом ссылка на OnlyFans, у этой девочки нет. Которая это, которая... Джулия, там нет, по-моему. А, нет, там Бусти есть, 18+, извините. Реально там Бусти есть. А сколько стоит подписка в Бусти? 8880 рублей в месяц еще с Бусти. Нормально. Да, во-первых, не все фрики стреляют, а во-вторых, если ты девочка... если ты девочка, ты делаешь просто на грудь. Точно запусти. Да ща, запущу. Акцент на грудь не всегда залетит, не всегда выстрелит. Как бы тут внешности недостаточно. В смысле, чекни себя. Какая я недовольна там. Привет, Герце. Вот. Онлайн без чата ничего. Ну вот поэтому я говорю, что для меня главное, чтобы вы были активны со мной, общались, и мне прям кайфово. Для меня это самое главное. И онлайн очень, конечно, приятен тоже. Когда там 60, просто вуф. Прям круто. Которые свою красоту и тело монетизируют. Ну так. Ну ты же зашел, забайтился на меня тоже из-за красоты, наверное. Одна из них просто мило стримила, потом стала откровенно одеваться, а потом фигакс и онлик. Не, ну я тоже считаю, что я иногда откровенно одеваюсь на стримах, но я как бы не перехожу грань. Так, давайте пойдем смотреть фильм, иначе я это, опоздаю к стоматологу. Ой, к стоматологу, к офтальмологу. Неправда, из-за осознанности и адекватности. Нет, ну изначально это что вас заставило остаться? Я про это. Как бы осознанность, адекватность, какие-то вроде логичные мысли, да, знаете, не какой-то перебор, но... Изначально это внешность, может быть. Фига, тут бизнес-планы проходят. Не надо мне переход грани, борщик! Спутер! Здравствуй. Стримы, откровенная одежда и онлик, ну, люди так делают.
Так. Привет, привет! Кинотик, здравствуй! Ого! Никита, вы тоже заходите на стримы? Вот. Не, конечно, я бывает откровенно одеваюсь, но это чисто потому, что я в жизни одеваюсь откровеннее, чем на стримах. Даже вот так. Грань обычно понемногу сползает. Сначала пошлые шутки, потом пошлые позы, потом пошлое одеяние, потом пошлые косплеи, потом эротичные косплеи, потом эротика, а потом уже полноценное порно. Грань, в принципе, размывается. Спасибо тебе за фоллоу. Спасибо. Грань потихонечку размывается, я с этим согласна. Но если у тебя есть какие-то принципы в голове, что ты вот это вот никогда не сделаешь, то они не сползут. То есть, Антон, ты же сам видишь, что я раньше могла пошло шутить. Сейчас такого не делаю практически. Раньше могла как-то одеваться более откровенно. Ну, и сейчас могу иногда. Но как бы я не перехожу тоже грань. От тела тех, у кого голова не ржавая. Альт, мне приятно, что ты прям заходишь в начале стрима, прям ждешь. Хотите еще свою игру поиграть как-нибудь? Гага. Кто порно-актер, Гага? Сейчас вроде наоборот. Сначала в порно, а потом на Твич, как Ли Егорман, Саша Грей. И остальные. Клован. Так. Здравствуйте, Гризда, вы что, не поменяли? Здравствуйте. Ничего себе, как... Ты сами бы пижамка, это штанышки, это костюм. Пижамка, не знаю. Ой, фантастиш. Здравствуй, котик, здравствуй. Здравствуй. Так, я думаю, что все подошли, плюс-минус. Поэтому сейчас начинаем фильм смотреть. Я думаю. Блин, я не опоздаю? Нет, нормально. Если мы прям посмотрим фильм, я закончу под фильм, не опоздаю. Эльфи и Глория Матвейн. Глория Матвейн в порно снималась? В смысле, Глория Матвейн, это чья же года? 4 уже. Соло, да? Воу, так это ж так удобно быть соло-порно-актрисой. Так. А, нифига, я не знала просто этого. Ну, Глория вроде хотя бы английский знает, вроде чем-то увлекается, даже какие-то темы на стримах заводит, а не просто телом трясет. Духная. Да все, смотри, хорошая пижама у тебя. Активная. Активный чат. Пойдем смотреть. Сегодня мы с вами смотрим, если что, Гран Туризмо. Фильм. Про гоночки. Заканчиваем фильмы с гонками, так сказать. Я, короче, нашла чехлы офигенные на Wildberries. Вот такие в цвет телефона. Типа с окантовочкой, чтобы он не коцался. И чтобы камера не коцалась. И прям супер удобный и тонкий, самое главное. Опять смотрим фильмы старше тебя. В смысле, Гран Туризмо, он 2023 года. Но фильмы старше меня мы будем смотреть. Сейчас мы, короче, заканчиваем фильмы с тачками, а следующий марафон — это старые фильмы, типа, знаете, там «Области тьмы», потом что у меня там еще написано? Так, «Смертный соус». Что там еще у меня написано? «Трудный ребенок», «Неожиданно», «Немножко беременна», там «Пятый элемент», «Матрица», «Века долин», в общем, всякие такие. Врум-врум. Стример Твича, кстати, контент очень приличный. Мой тиктокерши 80% торгуют. Ты имеешь в виду на Онлике? Что OnlyFans не слишком пошлый? Или ты имеешь в виду, что... Ну-ка. Доброе утро, Сокол. А есть старый еще Гран Туризмо? В целом? Даже не знаю, почему так. Правда, не знаю. У меня был стереотип в голове, что как бы стримерши Твича обычно продажные. Стримерки редко прям full nude делают. Я знаю, что, по-моему, девушка Алишера, которая у Моргенштерна, вроде OnlyFans у нее был. Для меня скучно просто. А, ну ладно, я просто классику люблю. Да ну, мама! 2023 года фильм не-не. Минимум 5 лет фильма должно быть. Мы это... опасные. Но я надеюсь, что все окей будет. Ну, мы смотрели новые фильмы. Пока прикатывала.
Да, не села на своем стриме. А, все, как я увидела. Это? Да, борщик, сейчас покажу. Странно. Вон, тестим мемы. Я-я, все на месте, все на месте. Я-я, я-я. Why? Права могут быть на 10 лет. Вообще есть правила, типа, а-ля, там, нельзя смотреть ВБ, нельзя смотреть Netflix, нельзя смотреть Кинопоиск, а-ля, типа, нельзя смотреть, что еще там. Я даже не помню уже, какие кинокомпании, киностудии. Нет, это, конечно, круто, интересно. Я не знаю, просто такой консерватор, мне кажется, в плане чехольчиков, маникюров и так далее. Вот прям мюдово, натурально, как будто это прям мое. Bollywood Entertainment. Так. Я, кстати, не знала про то, что тиктокерши продают свои нюд-фото. Такого не знала. Так, Гран Туризмо. А какой еще Гран Туризмо есть? В 2023-го он один, нет, окей. Кому вообще нужны их фото? Ну, в смысле, они набирают же популярность. Ну, они сначала набирают популярность в ТикТоке, потому что в ТикТоке очень легко набрать популярность. Там очень легко набрать аудиторию, потому что ТикТок сам тебе рекомендует нужным людям. И если ты все правильно, в принципе, делаешь, то, ну, чаще всего, как мне кажется, то он залетает. А Твич тебя не рекомендует всем в этом дело. На Твиче сложнее продвигаться. На Твиче набрать 6 тысяч фолловеров тяжело, например. Ну, если ты не коллаборируешь везде. И если ты с нуля делаешь. А в ТикТоке 6 тысяч, как бы, ну, полегче. Ну, круто, а фото-то их нафига. Ну, кому-то нравятся фотки. Просто их можно сказать, не нужно быть тасочкой. Предлагаю перестать перемалывать кости. Перемывать, извиняюсь, переламывать именно. Перемывать кости девушкам с низкой социальной ответственностью. Фантастиш. Мне нравится ваше предложение. Точно так же, как мне нравится ваш вкус в музыке. Нет, это вам кажется, что ТикТоке младше 18. Чаще всего там аудитория 25 лет. Ну, нам в универе рассказывали статистику. Все, идем смотреть. Pretty woman. Ту-ту-ту-ту-тун. Сейчас. А, так. Божечки мой. Гонки. Спасибо, борщичек. Спасибо большое. Но сейчас ТикТок еще сложнее стало установить, потому что это муторно. Поэтому, возможно, сейчас аудитория ТикТока все же стала поменьше, потому что взрослым людям, ну, лень заниматься установкой ТикТока. Это слишком запарно. Мне так кажется. Это мое мнение, могу ошибаться. Потому что ты пенсия. Gran Turismo, мы начали его в 10.00. Спасибо, борщичок, тебя. Так, все. Поехали. Не, ну фильм запускают сразу, буквально 5 минут, ну чё-то пошло не так, сакал! Упс. Тата, ты наберёшь популярность, не будешь же фото продавать? Нет. Ну, типа, тебя же не будет ценить, если ты будешь продавать такие фотки. Где ценность человека? И тем более, если ты продаёшь фотки, то... Давай посмотрим это с другой стороны. Если ты продаёшь так фотки, ты как бы не ценен. А можно набрать... Типа, свое имя, скажем так. Например, кому там предлагали? Варнаве, например, там, свидание за кучу миллионов денег и так далее. И не надо ничего продавать. Кто-то будет ценить? Ну, такое себе. Прикольная диабаха, очки тебе... Хочу скорее очки снять. Вот сегодня пойду к офтальмологу для этого. Охеренно. Здравствуй. Ну нет, это на старом ТикТоке. Новый ТикТок-то, чтобы новое видео видеть в ТикТоке, надо там запариться. Такая себе была валюта.
Ну, я бы, наверное, не уважала человека. Как бы у каждого свое тело, свое дело, но я как будто бы не уважала так человека, который вот так вот продается. Как будто. Ну, я понимаю, что это легкий способ заработать деньги. No. Стрим НАСА. Ну, я буду это без оправ носить. Я куплю, вообще не без линз. Просто оправу куплю дополнительно. Буду в оправке ходить, чтобы просто для вида визуального. Вот. Я думаю, что можно... Стрим НАСА как будто будет более образовательным, честно.